Саморазвитие – это спектр навыков. Допустим, управление своим вниманием – это навык. Если у вас этого навыка нет, то во время любой практики, любой медитации, любого концерта, гонгов и еще чего-то, вы будете улетать, ваше внимание будет автоматически вылетать из той ситуации, где вы находитесь. И вы можете это называть как хотите. Гонги не для меня, медитация не для меня. Или вам может казаться, что ну это так и надо. Во время медитации я должен быть везде, кроме на самой медитации. Но это не так. Это значит, у нас навыка такого нету. А чтобы этот навык появился, нам не мотивация нужна. Мотивация как раз подведет в самый сложный момент. Она обязательно подведет. Если вам понравилось, нажимайте лайк, подписывайтесь. Давайте не терять друг друга. Будет такой и похожей информации еще больше. Спасибо вам. Пока.